Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Встречаемся с мужчиной полгода, нам по 34. Он часто ночует у меня, познакомился с моим ребенком от прошлого брака, помог с ремонтом в квартире, покупает еду, но при этом не выкладывает совместные фото в социальные сети. На мои вопросы говорит, что еще не определился, не уверен, что мы подходим друг к другу. Но тут же говорит, что хочет от меня ребенка, что любит, познакомился с своей мамой. Он как бы есть и как бы его нет. Мне очень некомфортно от подвешенного состояния. Нужно ли еще ждать или лучше прорвать такие отношения, не тороплю ли я сама события. Спрашивает пользователь с именем Елена. Елена, вам здесь сначала нужно вообще хотя бы понять, чего вы хотите. В принципе, чего вы хотите. Потому что вопросы, которые вы задаете, ну, условно говоря, да, они продиктованы, скорее всего, некой вашей потребностью. Вот. То есть вы чего-то хотите. И вопрос в том, чего вы хотите, что вам нужно. Это очень важный вопрос, потому что ваша потребность в данном случае определяет вашу уже модель поведения. Пока вам не легко, как мне кажется, понять, чего вы хотите. Нелегко понять вам, как мне кажется, свои потребности. И на основании этого вам, вами чувствуется, что вы в подвешенном состоянии находитесь. А мне кажется, что раскрытие вашей потребности, раскрытие того, что вам нужно, позволит лучше перенаправить свое поведение. Так, чтобы оно было направлено на реализацию того, чего вы хотите. То есть, условно говоря, если это сомнение в том, что вы нужны мужчины, да, то это проблема с самооценкой. То есть в зависимости от вариантов, как вы воспринимаете то, что он вот не выкладывает совместные фотографии, да, ваши совместные фотографии, в социальные сети, например. То есть вот ваша задача, на мой взгляд, в этом разобраться. Вот. Хотя бы для себя в этом разобраться, хотя бы для себя это понять. И тогда уже будет гораздо проще, понятнее. Что вам делать дальше. Я, честно говоря, вот, наверное, не стал бы сейчас раскрывать все возможные причины того, из-за чего у вас тревожное состояние. Мне кажется, что вы сами могли бы присмотреться к себе. Мне кажется, что вы
сами могли бы постараться увидеть, что вас в этой ситуации конкретно тревожит и беспокоит. То есть как-то вот, ну, самостоятельно, да, попробовать это сделать. Но понятно, что если самостоятельно у вас это сделать не получится, да, то вам имеет смысл, вот, конечно, обратиться к психологу и уже вот с специалистом в этом направлении поработать. Вот. Потому что сейчас, ну вот, сейчас единственное, что можно, да, это вот просто, ну, гадать относительно того, что происходит, вот, условно говоря, там, между вами и мужчиной. То есть вообще-то мужчина, он как бы, ну, не должен. Он не должен выкладывать фотографии. Он имеет право думать, подходите вы друг другу или нет. Это в общем и целом его право. Вот. Вот. Но с другой стороны, то, что вы описываете, может быть и следствием вашей изначально такой вот неравноправной позиции с ним. И его поведение может быть следствием, например, чего-то другого, например, следствие того, что он чувствует, например, и знает, что вы никуда не денетесь от него. Понимаете, да? Поэтому тут вот тоже не все так однозначно. Поэтому, на мой взгляд, нужно достаточно серьезно отнестись к тому, что сейчас происходит. На мой взгляд, нужно внимательно посмотреть на то, что происходит между вами и мужчиной, что происходит непосредственно лично с вами, что происходит. Потому что это напрямую влияет на то, как вы выстраиваете отношения. При этом обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что у вас уже, получается, был брак, который распался, вот, и сейчас вы строите новые отношения, с которыми тоже не все получается гладко. Здесь может быть, вполне может быть, сценарное поведение. То есть изначально такой вот заведомо негативный сценарий,
который заложен в ваше поведение. И, соответственно, его тоже нужно будет выявить и скорректировать. И тогда проблема с мужчиной уйдет, ну, в общем и целом, сама собой. То есть, это вопрос, опять же, того, насколько вы готовы, вот, ну, непосредственно там, над собой работать, да? Вот, и готовы вообще над собой работать. Например. Ну, потому что, опять же, вот, по вашему сообщению, да, это не совсем очевидно. Торопите ли вы события? Не знаю. Я не думаю, что... ну, я не думаю, что можно отвечать в таком ключе. Я не думаю, что можно отвечать в таком ключе вам, торопите ли вы события или нет. Дело в том, что вы бы не торопили бы события, если бы вас не волновали определенные вещи. Ну вот, и поскольку они вас волнуют, то да, вы торопите события. Вот. Требую от человека определенности. Вот. Но по факту эта определенность вам нужна, как мне думается, по той причине, что вы не слишком доверяете сами себе, вы не слишком доверяете себе. Вот. Я думаю, в этом все, в общем и целом дело. Что вы себя вот в какой-то степени обесцениваете. Вы в себе сомневаетесь в какой-то степени. И вот, на мой взгляд, основная задача заключается как раз в том, чтобы увидеть, каким образом, где, как вы себя обесцениваете, вот, и помочь вам перестать это делать, начать опираться на себя, принимать себя, ценить себя, любить себя, вот, и, соответственно, больше внимания уделять себе, своей жизни, а не другим людям, потому что, ну, к сожалению, вы не становитесь, привлекательнее для партнера, когда что-то требуется от него. Ну и последнее, на что хочется обратить ваше внимание, да, вот попробуйте себе задать такой вопрос, а зачем я тороплю события? Почему я тороплю события? Почему эти самые события для меня важнее, чем, например, сам человек, когда какая-то внешняя, формальная ситуация стала для меня более приоритетной, чем личность мужчины? Вот. Задайте себе этот вопрос, это весьма полезно. Вот, весьма полезно, хочется верить. Риторика. Вот, весьма конструктивный вектор, который позволит вам увидеть немножечко эту ситуацию с другой стороны. Вот.
Причем совершенно не обязательно вам от чего-то отказываться. Совершенно не обязательно вам, так скажем, что-то менять. Вот. Ну, если вы этого не хотите, да, если вы не хотите что-то менять, то как бы не надо. Но отдавать отсчет, вот именно просто вот отдать отсчет, отдавать себе отсчет в том, что я сейчас делаю и какой ценой я это делаю, да? То есть, ну вот, я выбираю, например, сейчас более, допустим, ну, больше формальности, к примеру. А какую цену я плачу? А цену я плачу такую, что нынче, например, наслаждаюсь ну, отношениями с мужчиной, например, ну, меньше наслаждаюсь, да? Вот, меньше там, допустим, уделяю ему внимание, к примеру, и так далее. То есть это вот те аспекты, на которые, как мне кажется, вам нужно обратить свое вот самое пристальное внимание. Иначе просто отношения вам будет построить, ну, довольно сложно и непросто. Вот. Именно вот в силу вот этих вот моментов. Подумайте, что у вас реально общего есть с, ну, вот с мужчиной. Что вас объединяет, что вас связывает, как вы вместе вообще стали быть. Наверняка ведь что-то вас связало. Подумайте, устраивает ли вас это, то, что вас объединяет. Или хотелось бы больше. Хотелось бы немножечко другой природы общего, что между вами есть. На этом, я думаю, можно мой ответ потихонечку заканчивать. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи. Вы большая молодец, что начали говорить о проблеме, но это только первый шаг, а дальше шаг является непосредственно ваша работа. Либо с вами, либо и с вами, и мужчина, если он считает, ну, проблемы. В таком случае он может вам помочь. На этом все, удачи, всего самого доброго.